Реализация проекта началась в нелегкое время – пандемию. Но даже такой страшный враг, как коронавирус, не смог остановить неравнодушных жителей Ленинско-Кузнецкого творить добро. Более 8 месяцев ветераны предприятий и общественных организаций города проводили свое свободное время с воспитанниками «Радуги». Чтобы дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации, могли чему-то научиться у старшего поколения. А старшее поколение могло реализовать себя вот именно в этой работе, поделиться опытом, поделиться знаниями, умениями. Детям, которые не всегда ощущают домашнее тепло, тепло родных, вот эти бабушки и дедушки дарили частицу себя, частицу своего тепла. В условиях введения возрастных ограничений встречи по проекту проходили по видеосвязи в режиме онлайн. Бабушки и дедушки провели для детей более 20 мастер-классов по созданию сувениров из различных материалов, учились вязать, готовить и даже делать поделки из дерева. А когда часть ограничений была снята, началось самое интересное. Ребята отправились в целый ряд путешествий и экскурсий по музеям родного края. Очень много эмоций, позитива, вот навыков всего получили дети и пожилые люди нашего города в результате реализации этого проекта. Ну и, в общем, сегодня наши детки подготовили праздник для всех общественников нашего города и ветеранов, с которыми мы вот тесно 8 месяцев общались, сотрудничали. И хочется выразить огромную благодарность руководителям этих общественных организаций, непосредственно Центру социального обслуживания, которые нас очень поддерживали и помогали. Проект «Связь поколений. Мы вместе» прошел на ура. Рады и дети, и ленинск-кузнечане почетного возраста. А это значит, главная цель достигнута – сохранить истинные ценности, передать жизненный опыт ветеранов для подрастающего поколения. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.